Шарлиз Терон посетила светское мероприятие в Голливуде. Модные критики признали образ актрисы не самым удачным. Кинозвезда стала гостьей ежегодной церемонии Governess Awards, которая знаменует собой начало оскаровского сезона. Для гала-ужина Шарлиз выбрала проверенную классику, она надела наряд от легендарного бренда Tom Ford. Платье состоит из черного топа с драпировкой и светлой атласной юбки в пол. Терон предпочла минимальный макияж, накрасила тушью глаза и нанесла на губы помаду коричневого оттенка. Обладательница премии «Оскар» за роль в фильме «Монстр» добавила образу женственности, надев изысканные драгоценности, серьги с бриллиантом и два белых кольца на левую руку. Фанаты голливудской актрисы неоднозначно оценили ее наряд. Многим платье Терон показалось неудачным, оно спрятало стройную фигуру артистки и выглядело не очень стильным на фоне нарядов других звездных гостей. Сложно чем-либо испортить Терон, но ее стилистам это удалось. Платье настолько простое, что даже скучное. А ведь Шарлиз такая красотка, мне все же категорически не нравится эта прическа. Даже оставь она это платье, но смени прическу, было бы намного лучше. Обидно, что она выбрала это бесформенное платье, учитывая стройную фигуру и длинные ноги. Можно было выбрать что-то более изысканное, с грустью отметили поклонники.